кто-то распустил слухи, что Ольга Бузова встречается с каким-то бизнесменом Иваном Семеновым. А он в настоящее время встречается с какой-то девушкой. И вот пиар-директор Бузовой Антон Богославский сказал: Иван Семенов, я просто пытаюсь вспомнить друзей Ольги с именем Иван. Я, если честно, не могу понять, кто такой Иван Семенов. Я сейчас специально зайду в сеть и посмотрю, кто такой Иван Семенов, сказал Богословский. Короче говоря, они так любят приврать о себе. Ну и да ладно. Мне, например, как говорится, фиолетово. Бузова теперь будет завидовать. Рядом в доме в соседнем подъезде живет Дава Манукян, который встречается с Мари, и скоро они наверняка поженятся, а Бузовой, наверное, завидно. Вот она и распускает, возможно, слухи. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Кто хочет помочь развиваться каналу, под роликом есть расчетный счет.